Молодежь не абстрагируется от политики и решения важных общественных проблем. Напротив, молодые люди Анапы хотят все знать, понимать и помогать. Теплая неформальная обстановка за чаем располагает к откровенной беседе. От того, как вы будете, какое получите образование, какое получите воспитание, насколько вы будете морально, нравственно устойчивы тем стрессовым ситуациям, которые нам выдвигает современный мир, будет зависеть не только будущее НАПО, но и будет зависеть будущее России. Я хочу сказать, что наша молодежь вызывает чувство гордости. И это правильно, потому что молодежь курорта доказала, что она самая лучшая. Из 44 муниципальных образований именно Совет молодых депутатов Анапы в краевом конкурсе в 2014 году занял первое место. Вознаграждение, премию в 3 миллиона 400 тысяч рублей, потратили на строительство многофункциональной спортивной площадки в станице Анапской. За вклад в развитие местного самоуправления председателя Совета молодых депутатов Анапы Светлану Хижняк наградили медалью. Вопросы своему гостю, председателю городского совета депутатов Леониду Кочетову, задавали непростые. Политическая обстановка в стране и городе, значение победы в Великой Отечественной войне для современного мира, нравственное и патриотическое воспитание, говорили о гражданской сознательности и традициях русского языка. Коснулись проблем в системе образования. Особое внимание уделили серьезному вопросу подготовки кадрового резерва. Очень интересно, если честно. Абсолютно максимально откровенный разговор сегодня состоялся. Мы неравнодушная молодежь и очень бережно относимся к тому, что делает Совет муниципального образования, тому, что делает администрация города. И нам приятно со стороны молодежи сохранять все то, что есть, и приумножать это. Ребята понимают, что именно они – будущие управленцы и политики. Им строить будущее и вести свой город и страну к процветанию. А для этого им еще многому нужно научиться. И они знают, у кого.